жрём, ты не согласен? Ну, типа, я не согласен, что я говно жру. Типа, ты думаешь, мне приятно такое слышать? Или что? Ну, а мне приятно то, что я говно жру, но я этого не отрицаю. Ну, типа, я не знаю, мне вот лично такое неприятно. Ну, это не буквально, это, знаешь? Ну, все равно, чел, да, в любом смысле это неприятно слышать. Мы в России живем, мы по определению говно жрём. Ну, типа, чел, об этом, типа, ты можешь говорить, что ты говно жрёшь. Да я говно жру, что кто-то другой Лёша говно жрёт. Все, кто сидят, играют в лол и терпят, а то, что в нем нет баланса, жрут говно. Типа, ты понимаешь, вот... Ну, вот, вы все по жизни говно жрёт. Только за себя. Нет, блин, я смотрю на ситуацию, то, что все сидят и терпят, мы жрём говно. Жрём говно, это равно терпим, сидим как терпилы конченые. Если что, просто... Объясняю. А что там все играют, чё? Чё все играют-то, если потому они... Потому что все говно же. Все осознают. Я тебе объяснил. Если все это осознают. Нет, все это осознают и дальше играют, чел. Много кто не осознает. Много кто не осознает. Я тебе говорил, это то, что типа, много чел, кто не осознает. Да куча людей, если вот так подумать, если по твоей логике, у многих жопа горит, но никто типа не говорит, что лол вот вообще типа конченая игра, потому баланс никакого. Потому что, чел, ты типа просто сидишь и такой, вот я вот так подумал, все, значит, так думают. Или так оно и есть, я это говорю, истина. Что все... А что, в лоле баланс? Типа я считаю, что там баланс. Хоть какой-то, но он есть. Играй. Играй. Да я играю. Все, я не мешаю даже, играй, господи. Если баланс есть, никто, даже слова не скажу, все. А? Так а чё тут разговаривать? Ещё тише скажи. Я зевал, умница. Не-не, тихо, я сказал просто, там какая-то гифка долбан. Господи. Чё за гифка? Лол, ядрить. Сейчас закину. Посмотри калибр пули, просто я охренел. Чё это вообще за хрень? Это похоже на ССГ, только побольше, типа. Маленько. Нет, ты калибр пули видел, это пипец. Ну она огромная. Но я видел побольше, там, короче... Ну есть, господи. Да, побольше, ну блин, я лично вот именно так просто вижу впервые вот именно. В сравнении, какая-то, знаешь? Какая-то лютая.